Если успеешь поставить лайк за 3 секунды, у тебя всегда будет отличное настроение! Ребятки, всем здорова, с вами по-прежнему Овер, и добро пожаловать в игрушку под названием Happy Wheels. Ну что ж, ребят, сегодня мы поугараем, попроходим всевозможные классные, прикольные, интересные уровни. Я надеюсь, что видосик вам понравится, а также, друзья, я надеюсь, что вы уже успели поставить лайк за 3 секунды. Если нет, ставьте сейчас, у вас вторая попытка, заранее вам большое спасибо. И начинаем мы сегодняшнее приключение с Pogo Fight'а. Ну что? Предлагаю сразу в бой. Раз. Малого сейчас перелети мне. О, перелетели. Дальше. Еще девчоночка. Ой. Фух. Как нам повезло, друзья. Как нам сейчас очень сильно повезло. Офигеть. Слушайте. Только два врага я прошел. А это уже очень сложно. Ну-ка, давайте. Блин, хотел сверху прыгнуть. Не получится. Ладно. Ой, тихо-тихо там. Катана. Офигеть, ребят. Чего вообще? Как еще живу? Как просто еще живу, друзья? Серьезно вообще? Ха-ха-ха! Е-бой! Давай-давай-давай! Всех! Вау! Офигеть, ребят! Офигеть! У меня такое ощущение, что у нас все шансы... Ой! Пройти были этот уровень! Но как только я, ребят, об этом сказал, вы видите, а? Пацана мы к себе! Ну а с пацаном-то как мы прыгать будем? Ну никак, блин! Ну, отодрись! О! Ничего себе! Ничего себе, ребят! Только я сказал, чтобы он отодрался. Так он отодрался. Нифига себе. Вон финиш. Серьезно, мы прошли с первого раза. Ха-ха-ха! Офигеть! Ну, это лайкусик, друзья. 5 звездочек. И погнали к следующему уровню. А здесь у нас 99% impossible. Что-то такое, друзья. Ну, давайте попробуем пройти. Сейчас, ребят. Полетели. Ага, блин. Стоп. Ну-ка, полетели. Оп, изи, серьезно, с первой попытки, а, не 99, 89, ну тогда, друзья, все понятно. Ладно, погнали, посмотрим на следующий уровень. Так, ведь здесь у нас, ребята, битва с гномом, посмотрите, у нас гном, у него 3 жизни, 3 сердечки, ну давайте, поехали, атакуем. Воу, гном кидает лазерами, или чем он там кинул? Буквами, друзья. Словами. Гном в нас кидает словами, и мы от слов умираем, да? Ну-ка, давайте. Бам ему. И назад. Опа. Ну что, гномик, все, твое последнее слово. Овершоу тебя уничтожает. Е-бой. Вот так вот, ребят, с гномом мы справились и погнали к следующему уровню. Уровень под названием клаустрофобия. Посмотрите, у нас небольшое замкнутое пространство. Мы очень сильно боимся, ребят. У нас паника, и мы едем. Ничего себе, там был парень мертвый. Что это за уровень, ребят? Ё-моё, куда мы с вами едем? Блин, надеюсь, никаких SCP не будет. Что это? Это вот как SCP-лестница, улыбка вот эта, 087B? Или что, друзья? Ничего себе, нас приплющило. Странный, друзья, уровень. Напишите вообще, о чем это было. Ну, мы ставим 5 звездочек и погнали дальше. Ну что, знатоки Майнкрафта, готовы отвечать на вопросики? Итак, у нас здесь тематика Майнкрафта. Ну и давайте, друзья. Как скрафтить стол, друзья? Верстак. Как скрафтить верстак? Короче, ребят, вот сюда мы идем. Смотрите. И е-бой. Так, в Майнкрафте... есть ли в Майнкрафте обезьяны, друзья? Даже не знаю. По-моему, их нет. И я опять, друзья, выиграл. Так, дальше. На два вопроса мы правильно ответили. Отвечайте вместе со мной в комментариях. Итак, в каком году... А, нет. А, да, в каком году Майнкрафт, типа, появился? Ну, конечно, ребят, типа, ну, в 2009, в 2005 это слишком рано. О, да. Е-бой. Так, а здесь у нас спрашивают, типа, у кого добывается шерсть? От кого получается шерсть? Коровы или овцы? Конечно же, овцы! И все, друзья, мы с вами победили. Ха-ха, серьезно? Вот так вот? Ответили на все вопросы, ребят. Ну, пишите в комментариях, вы допустили ли ошибку, или так же, как и я, ответили сразу на все правильно, ребятки. И мы ставим 5 звездочек и погнали посмотрим, что я приготовил для вас еще такого интересного. Ну, а я приготовил для вас Rope Swing, на который мы сейчас посмотрим и попробуем пройти. Ё-моё, друзья, что-то подвохи какие-то, страшно все. Ё-моё. Ну, слушайте, красиво выглядит. Обалденный, ребят, Rope Swing. Мы перецепляемся. И давай-давай-давай пониже вот сюда.
Опа, час залетели. Давненько, друзья, что-то я не играл в Happy Wheels, уже соскучился, если честно, по Happy Wheels. Но, как говорится, мастерство, друзья, не пропьешь. Это уж как ни крути. Ладно, погнали дальше. Так, а здесь у нас джетпак. Ну, полетели. Попробуем пройти. Оу! Оу, почти с первого раза. Ну что ж ты будешь делать? Вы видели, ребят, как мы близки уже были к финишу? Еще бы немножечко, и мы бы в тот раз прошли. И в этот, кстати, тоже. О, боже, как там держать баланс? О, баланс, магия белого. Я залетел, не знаю, друзья, как, но мы финишировали. Вот это просто везение, самое настоящее. Так, а здесь у нас, ребята, уровень под названием 9.99 Hard. Я не знаю, там вон финиш, ребят, стрелочка показывает, я туда вот пошел и... И что, автор тролль или нет? Смотрите. О, не тролль, мы прошли. Но давайте попробуем пройти по-другому, вот так. Ничего себе, сколько стрел. А не жалко было столько стрел делать? Жалко у пчелки, а овер проходит. Давай. Что, прибило нас? Не-не-не-не-не-не-не, ребят, смотрите. Ха-ха, сейчас пройдем. Опа. Вот так вот, друзья, классненько, вот такими методами. Ну а здесь у нас Fight Arena, и посмотрите, мы сражаемся с какими-то пацанами. Оу, я сразу умер. А, я все понял, ну-ка разгоняемся. Опа, я умер. А, я все понял. Разгоняемся сильнее. А, я опять умер. Угу, так. Ага. Как это пройти, друзья? О, нормально, с кайфом. Первого научился проходить, просто надо было ехать, друзья, ничего не делать. Так, пацаненка, мы проехали. Дальше гарпунчик выстрелил. Все с кайфом, дальше Санта. Санту надо проехать. Санта Моника, Санта Лючия. Давай. Что здесь? Воу, мэн, ты что за дикий вообще пес? Вот так, ребят, вот так. Вот это файт-арена, овер показал, кто тут настоящий файтер. Ладненько, погнали к следующему уровню. Представляете, а здесь у нас, друзья, уровень про клоуна, оно. Здесь у нас Пеннивайз, ребята, офигеть, ну давайте посмотрим. Итак, идет дождь, мы вместе с вами подъезжаем к канализации, и там, смотрите, Пеннивайз сидит, заманивает нас в канализацию. Ой-ой-ой-ой, вот его воздушный шарик, друзья, красный. Аккуратно едем дальше. Максимально аккуратно, потому что клоун, оно супер опасный, супер страшный. Ой, нет, друзья, по канализациям ездить опасно. Вон он. Вон он. О, боже. Настоящий клоун Пеннивайз. О, поехали быстрее, друзья. Погнали. Надеюсь, мы выживем. О, щит. Куда мы приехали? Мы малого потеряли. О, ноу. О, ноу. Едем. 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 Офигеть, ребят. Ей, нифига там, блин, нас ждал сюрприз. Вот это да, друзья. Слушайте, офигенный уровень про Пеннивайза. Но это еще не все. У меня есть еще один уровень про Пеннивайза. И вон он, смотрите, Пеннивайз, друзья. Видели какой? Что за безумие? Стой, стой, стой. Ай, там бомба. О, понятно. Не-не-не, ребят, вы заценили вообще? Что это? Напишите, какой из двух клоунов, друзья, вам понравился больше, первый или второй. Вот второй у нас какой-то безумный. Просто, ребят, какой-то непонятный. Во-во, что это, блин, за клоун, друзья, такой? Ё-моё. Ну-ка, хоп, сюда, к нему. Во, посмотрите, друзья. Вообще не особо похоже, блин, на клоуна. Вот первый, друзья, до этого, который у нас был, он вообще был клоун-клоун, ну а это какой-то прикол, друзья. Это какой-то не Пеннивайз. Но, действительно, если приглядеться, то похоже. Ладно, друзья, вот такой фановый, прикольный уровень. Ну-ка, давайте попробуем пройти уровень под названием Полга-ниндзя. Итак, у нас здесь гарпунчики, да, стреляют? Ага, и тут... И тут... И тут овер затупил очень сильно. Ну, как так просто можно было затупить, ребят? Ну, вообще, практически прошел с первого раза. Ладно, оп! Тут самое главное скорость, друзья. Скорость и невысоко подпрыгивать. Ну вот видите, скорости не хватило. Вот реально, если мы разгоняемся и прыгаем не сильно высоко, то все, мы проходим. Во, видите, вот сильно прыгнул. Вот, но скорость была хорошая, скорость была хорошая. Вот, все. Кайф, друзья, просто шикарно. 5 звездочек и погнали к следующему уровню. Impossible 99%. Ну что, полетели? О, по-моему... О, я вообще максимально жив. По-моему, это possible, друзья, 90%. А как? Да блин, серьезно? Ну нет. Я зря отцепился, ребят. И вот я бы мог отпрыгнуть, наверное, да? Но все. Ладно, сейчас пройдем.
Сейчас покажу, друзья, как это проходится. Оп! Все. Ну, блин, ну это супер легко, друзья. Блин, видите, даже звездочки. А давайте поставим 4, друзья, потому что было очень легко. Окей, погнали к следующему уровню. Ну-ка, вот здесь, друзья, 98,9% impossible. А вот тут уже сложно. А вот тут уже я понимаю, друзья. Вот здесь заявочка. Вот тут прикол. Это ж тут так надо постараться. Блин. Ё-моё, оп. До свидания. Спасибо. Ладно, оп. Да, капец. О, блин. Все, ладненько. Опа. Опа. И прошел, причем жив и цел. Классно, вот это мне понравилось больше. Ну а здесь у нас уровень под названием алмазы, друзья. Тоже Майнкрафт тематика. У нас есть TNT, есть алмазы, есть свинья, цветочки, клик ту старт. Давайте хард сразу, друзья, хард. А, мы собираем алмазы. Собираем. Собираем. Умираем. Так, ладно, ребят. Еще раз пробуем. Вот сейчас я нажал медиум, друзья. Сейчас нажал медиум. Сейчас должны пройти хард. Это что-то прям для слишком жестких. О, пропустил одну. Оу, алмазы дурацкие. Капец, я даже медиум не могу пройти. Но, друзья, изи ставить не будем. Будем на медиуме. Ладно, вот хард тоже не будем. Будем на медиуме. Оп, оп. 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 Тихо. Братанчик, сюда. Назад. Что, пропустил? Пипец. Ну ладно, давайте хоть до конца, ребят, попробуем. Ну, смотрите, 9 из 12. Неплохо. Ну, давай. Ну, смотрите, 10, друзья, из 12. В принципе, результат хороший, как по мне. Ну, ребята, и последний уровень на сегодня. Здесь у нас что-то типа комнат смерти, насколько я понял. Итак, первый пацанчик, мы прыгаем. И горелочки его, ребята, что? О, напополам, друзья, раскукожили. Ладно, дальше, девчонка. 10 тонн, 12 тонн, 15. Ну, давайте 10. О, давайте 12. О, стоп, меня тоже залепило. Чё? Опа, давайте 15. Ну все, ей полностью хана, друзья, пришла. Ладно, дальше у нас тут пацанчик. Опа, его, ребят, тоже, смотрите. Голова в одну сторону, тело в другую. И я тоже, смотрите, какой интересный, а? Так, тут у нас топоры. Так, я теперь не могу допрыгнуть. О, пацанчика, смотрите, зарубит сейчас. О, oh, ноу. No. Братишка, извини, пожалуйста. Я не хотел. Так, а здесь? Ой, здесь тоже шарик пацана напополам. Чё за безумие, друзья? Ну и последнее. Вот такое вот, типа, мини у нас тут домино. Ну, а пока домино катится, друзья, я хочу сказать вам, что на этом мой ролик завершается. Я надеюсь, все вам понравилось. Обязательно подписывайтесь на канал, не забывайте про лайки, про колокольчики и про положительные комментарии. Ну, а с вами по-прежнему был Овер. Всем хорошего настроения, не болейте, успехов. Спасибо за просмотр и пока-пока.